прямом эфире РБК Уфа. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Новый исполняющий обязанности министра экономического развития Башкортостана назначили Лилию Мазитову. С 2014 года она занимала должность первого заместителя этого же ведомства. В министерство пришла в 2007 и сразу заняла пост зама. До этого Лилия Мазитова на протяжении 6 лет работала заместителем главы администрации Бирска и Бирского района. Указ о назначении подписан временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым. Добавлю, предыдущий руководитель ведомства Сергей Новиков покинул должность 25 апреля. Программу жилищных строительных сбережений и приобретения срубов жилых домов по льготным займам под 5% годовых необходимо объединить. Сегодня с такой инициативой выступил на парламентских слушаниях председатель Госсобрания Башкортостана. По словам Константина Толкачева, главная цель, чтобы как можно больше семей получили доступ к дешевой ипотеке. Парламентские слушания сегодня на тему регулирования жилищных отношений затронули плюсы и минусы действующего закона. В частности, в Башкортостане успешно реализуются две программы. Это жилстройсбережение и домокомплект, приобретение срубов жилых домов по льготным займам под 5% годовых. Однако многие семьи годами не могут решить жилищный вопрос. Причина – получить дешевый займ непросто. Льготная ипотека – часто понятие абстрактное. Очень такой явный, очевидный пример. Не действует материнский капитал в переходе на льготную ипотеку. Нонсенс. Не действует и льготная ипотека в отношении второго ребенка, появившегося в семье. Вот пример обычный. Семья из 3 человек берет ипотеку по обычным, не льготным расценкам. Это сейчас, ну, сейчас 10,5%. Далее появился второй ребенок в семье. Семья получила право перехода на льготную ипотеку 6%. Обращается в банк. Им отказывают. Мотивация ухудшилась, качество заемщика. Нонсенс. Напомню, на сегодняшний день по программе жилстройсбережения в республике получили квартиры порядка 4000 человек. Всего же в системе жилищных строительных сбережений Башкортостана собрано около 1 200 000 000 рублей. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» возобновляет ежедневные полеты по маршруту Уфа-Москва. В планах лоукостера старт рейсов с 12 июня. Они будут выполняться на «Боинге» 737-800 в аэропорт Внуково. Напомню, «Победа» прекратила программу полетов в Уфу в октябре 2015 года после того, как компания не договорилась с международным аэропортом Уфа об установке систем регистрации пассажиров. До ухода из столицы Башкортостана по маршруту Уфа-Москва авиаперевозчик успел обслужить 370 тысяч пассажиров. Сейчас во флоте компании 28 самолетов. Средний возраст воздушных судов составляет чуть более 2 лет. Всего же сегодня на московском направлении из Уфы работают 11 перевозчиков. Сегодня в Башкортостане начинает действовать особый противопожарный режим. Власти региона пошли на такую меру, в частности, из-за участившихся случаев возгорания полей и лесов по вине жителей республики. Только с начала апреля из-за сжигания мусора и поджогов травы зафиксировано более 1100 пожаров. Распоряжение о введении режима подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров. Согласно документу, всем республиканским ведомствам и органам местного самоуправления поручено организовать дежурство в пожарных подразделениях, обеспечить связью все населенные пункты и проводить разъяснительную работу с местными жителями на местах. Меры также связаны с увеличением количества пожаров в целом в первом квартале на 73% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Государственного комитета Республики по чрезвычайным ситуациям, число погибших при пожарах выросло на 18%. Всему виной неосторожное обращение с огнем, неправильное использование электрооборудования и печей. Большинство погибших – граждане старшего возраста, проживающие в деревнях и в момент ЧП находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Особый противопожарный режим будет действовать до 30 мая.
В столице республики на торги выставлен недостроенный ресторан «Бывший Тинькофф». Объект находится в центре Уфы на улице Ленина. Продажа связана с признанием владельца ресторана еще в 2018 году банкротом. Напомню, иск к владельцу ресторана почти на 230 миллионов рублей подал Сбербанк. 6 лет назад компания «Лидер Групп» взяла кредит для реконструкции здания в центре Уфы, а уже в 2014-м заняла средства для приобретения бизнес-центра площадью 1500 квадратных метров. По имеющимся данным, предприниматель Сергей Белкин, выступив поручителем, свои обязательства не исполнил. Долгострой спроектирован как огромный ресторанный комплекс с различными залами, цехами и помещениями. Начальная стоимость объекта 234 миллиона 700 тысяч рублей. Заявки на торги принимаются до 17 мая. К этому часу у меня пока все. Оставайтесь с РБК.